Поменьше таких щепетильных заказчиков. Ребята, это беспредел. Всем монтажникам привет. Монтирую тут объектик такой, хай-тековский такой, все. Плоский такой, плоский наличник. Все, за мной тут, видите, такие вот красивые вещи, да? Вот, хотел бы узнать у вас, вашего мнения, ребят. Я в первый раз столкнулся за 16, за 15 лет монтажей. История такая. Плоский наличник. Казалось бы, что проще, да? Сейчас покажу, какие вопросы. Так, ребят, вопрос такой. Вот смотрите. Плоский наличник. Казалось бы, все приятно и приятно. Но клиент тут такой интересный, достаточно внимательный, с каким-то обостренным чувством геометрии. И он обратил внимание вот на что. Казалось бы, все ништяк. Ставим вот так, когда мы прижимаем наличничек, естественно, мы стараемся прижать его к стене. И как бы вот на геометрии вот этой вот штуки плоской, мы особо не заморачиваемся. Короче, он обратил внимание, что наличник имеет разворот. Смотрите, да? Ну вот такой вот интересный момент. Я сейчас пытаюсь вам один момент выровнять, чтобы понять, как это вообще. То есть в момент монтажа наличника, когда тут все смотрится шикарно, мы даже на это не обращаем внимания. Ну вот небольшой перепадик есть. Здесь, ну, небольшой, ребят. Но вот сейчас для меня тема такая, что надо вот его переклеить ровно. Тут я вот сейчас вот уже вот такую хрень поставил. Причем, когда я клею на термо, быстренько по стеночке, все ништяк. А тут как-то сейчас быстро по стеночке не получится. Ладно, это один вопрос. Другой вопрос. Щепетильность у заказчика такая, что вот эти вот какие-то маленькие щелочки, тут все белое и светлый наличник, светло-серый. Вот. Он прям уперся в эту щель, что ее не должно быть. Все должно быть плотно и плотно и плотно, потому что здесь сделали идеальный стен. То есть это плохо. Это плохо. Я говорю, в таких случаях делается просто акриловая шпаклевка. И все. Нет, уперся и все. Ну такой, вроде бы вежливый товарищ, интересный, но, блин, не хочется грубить. Вроде парень-то хороший, но с такими вот интересными подходами. Так, ну ладно, кто что посоветует, я внимательно буду слушать, но мне сейчас это пока, все это по нервам не очень понравилось. Сейчас буду наличники снимать и пробовать переклеивать. Вот такие дела. Ну что, ребят, снимаю наличники, короче, каждый комплект. Первым наношу, без всякого энтузиазма, беру вот правило. Потому что нет ни одной такой прямой детали. И вот так вот, таким вот вариантом, прикладывая, смотрю, где надо, вытаскиваю. Вот такие дела. И так каждый наличник, каждый, вернее, комплект. Потому что клиент что-то прям какой-то весьма своеобразный. Я такого не видел никогда. Обычно бац-бац, и пошло дело, да, и погнали, а тут он все подправил. Блин, ну вроде получается, и то слава богу, да, но вот такие дела. Так что в первый раз я столкнулся с таким вариантом. Тут у человека офигенный глазомер. Приятный такой, вообще вежливый, такой культурный, блин, послать не за что, чувствую, что косяк, но я такой на это не обращаю внимания обычно, а тут вот так. Так, ну что, первым нанесли, ребят, нанесли пенку. Эх, я чуть добавляю в местах. Так, а дальше система такая. Берем наличник,
который здесь уже был приклеен, и ставим его на место. В этот раз мы, не применяя особых каких-то жутких усилий прижима, ничего такого не делаем. Беру правило, свой любимый инструмент, ставлю по плоскости и смотрю, как у меня наличничек получился. Главное не зацепить стены. Так. Хорошо. Теперь переворачиваем на другую сторону и делаем то же самое. Получается, что в центре, вернее, не в центре, а по крылу давить на наличник вообще не надо. Ну вот, кое-где подправляем. Опять ставим правило. И при этом, обратите внимание, мы еще должны прижаться к стене. То есть процедура весьма такая нелегкая. А если кривые стены, то как это сделать? Здесь просто ребята пошли на принцип, они сделали какие-то неплохие стены. Я всегда говорю, хорошие стены не бывают. Но здесь должны клянуться, что они сделали очень ровные стены. Хотя я в это никогда не верил. Так, все. Все, вроде стало. Ну вот, как-то так. Ну, горизонт уже попроще сейчас, по факту. Я еще несколько раз проверю здесь, посмотрю, как оно. То, что сразу, может быть, и не получилось. Сейчас чуть-чуть еще покорректируем. Ну, в общем, вот так приходится выходить из ситуации. Вот такие вот приспособы. Зато будет ровно. Может быть, кто тут опять все снял нахрен? Вот это последний наличник, который сейчас буду ставить. Вот поёбся. Поменьше таких щепетильных заказчиков. Ребята, это беспредел. Так что, получается у нас, слава богу. И у вас, чтобы все получалось. Удачи и здоровья, господа.